Материальная точка движется согласно уравнениям x равно 4t плюс 2 сантиметра и y равно t в квадрате сантиметров. Вопрос. Проходит ли ее траектория через точки x1 равная 8 сантиметров и y1 равная 16 сантиметров? Напишите уравнение траектории точки. Итак, по условию задачи у нас есть два уравнения, которые отвечают движению материальной точки. Перепишем их. X равно 4t плюс 2. Это первое уравнение. Y равно t в квадрате. Это второе уравнение. Теперь выполним действие. Выразим t в первом уравнении. И затем полученное выражение значения t мы подставим во второе уравнение и посмотрим, что из этого получится. Итак, выражаем t из первого уравнения. Так, 4t равно x минус 2. Отсюда t равно x минус 2 делить на 4. Теперь полученное значение t мы подставляем во второе уравнение. То есть y у нас равно x минус 2 деленное на 4 в квадрате. Таким образом мы нашли уравнение траектории точки. И теперь нам необходимо узнать, проходила ли точка координату x равная 8 и y равная 16 сантиметров. Подставим в полученное уравнение траектории точки значение 8 в параметр x. То есть y от 8 это есть 8 минус 2 делить на 4 в квадрате. Или же это есть 2,25 сантиметров. Но 2,25 сантиметров не равно 16 сантиметрам. Таким образом, координату 8, 16, точка не проходила.